Здравия всем! Сегодня хочу рассказать вам, как я пользуюсь медным купоросом, потому что пишут, задают вопросы. Отвечать на эти вопросы я отвечаю, вот, когда считаю нужным, в видео. С медным купоросом я столкнулся, точнее не столкнулся, а начал им пользоваться это достаточно давно. И на данный момент считаю, что это достаточно сильный препарат. И может привести к различным, так сказать, непонятным моментам, потому что он очень сильно действует на микроорганизмы. Итак, я разводил медный купорос, я его не пил, сразу могу вам сказать. Я не пил, схему эту знаю чудесно. Мне часто спрашивают, а пить? Нет, не пил. Не знаю, не буду ни говорить, ни советовать, ни вообще ничего. Теперь то, что касается кризисов после медного купороса. Да, кризисы были. Значит, я парил ноги, разводил 2 столовых ложки в тазике воды, парил ноги, и где-то через месяц я благополучно оказался в постели и месяц выгребал из этого состояния. Потом начал принимать ванны. Попринимал их где-то 2 или 3 месяца. Вот. Потом как бы еще раз что-то было, еще раз. И я прекратил пользоваться медным купоросом. Во-первых, ну как бы весь зеленый, да, Настя? Ну, в общем, а ногти, а меня вообще в городе спрашивали, из какой могилы я вылез, потому что я весь какой-то был синюшный и страшный, и так далее, и так далее. Вообще это все очень интересно, я как-то сдуру так АСД пользовался, что зашел в магазин, из магазина все вышли, потому что вонь такая от меня шла, что вы даже себе не можете представить. Поэтому вот такая ситуация. Пользовался медным купоросом, но для меня это тяжелый препарат. На сегодня все, друзья мои.